21-летняя Олеся Кафельникова поделилась закулисными моментами с новой фэшн-съемки. Модель примерила женственный и романтичный образ. Дочь теннисиста Евгения Кафельникова стала лицом новой коллекции дизайнера Ульяны Сергеенко. Сегодня состоялась съемка отдельных нарядов. Кафельникова показала, как проходила фотосессия. Олеся с черным бантиком в волосах и с эффектными стрелками на глазах в сексуальном кружевном наряде с декольте кокетничала на камеру. Модель пританцовывала и демонстрировала свой кукольный образ. Дочь спортсмена позволила поклонникам внимательно рассмотреть ее женственное платье. Олеся эффектно смотрелась в наряде с пышными в области плеч рукавами, подчеркнутой талией и декором в виде оборок. Образ завершили высокая прическа и золотистые лодочки на шпильке. Кафельникова уверенно держалась перед камерой, делала выразительный взгляд и с профессионализмом презентовала наряд. В прошлом году Олеся снималась для лукбука весенне-летней коллекции бренда Ульяна Сергеенко Кутур. Кафельникова позировала в женственных и нежных образах. Недавно юная звезда подиума призналась, что избавилась от плохой привычки. Девушка перестала грызть ногти и сделала красивый маникюр. Ранее Кафельникова примерила яркий эпатажный образ платиновой блондинки.